Всем привет, ребят, с вами Дайгер, и это магазин АПГУ. Сегодня мы с вами будем говорить о двух очень крутых продукциях от компании HyperX. Это база Charge Play Base, которая может зарядить ваше устройство, смартфон, либо какую-либо другую продукцию от компании HyperX. Плюс к этому вдобавок мы расскажем о мышке Pulsefire Dart, которая работает в беспроводном режиме и также может зарядиться от данного устройства. Для начала давайте-ка мы все это добро с вами распакуем, посмотрим, что внутри заложено, а после уже поговорим о технической стороне обеих продуктов. Упаковка, кстати, создана, в принципе, в таком же стиле, как и раньше. Бело-красные оттенки. Первым делом, что мы получаем, это, само собой, всякие брошюрки, листочки, вкладыши. Также у нас здесь есть, получается, описание, что к чему относится, где заряжать, что смотреть и куда подключать. Русского языка, к сожалению, не присутствует. Так, ну и следом сразу же у нас получается сразу наша беспроводная база. После идет защитка в виде картона. И вот мы уже получаем различные провода и переходники. В принципе, все. Внутри это уже получается коробка. Это нам не нужно. Окей. Сама база, которая лежала сверху, получается, у нас дальше идет переходник евростандарта, чтобы не было никаких терминаторов и тому подобное, подключил и спокойно заряжаешь. Выход USB и провод. И вот тут самое главное интересное, то что выход идет типа S, ну, либо Type-C. На обратной стороне у нас обычный 2.0. Что по поводу длины провода? Провод прилично длинный. Ну, с моими руками, если вытянуть их в обе стороны, то провод натягивается. Этого будет достаточно, чтобы подключить к ПК, где бы он у вас ни находился. То есть под столом, немного дальше от стола, провод прилично длинный. Ну, если у нас идет это 1.5 метра, то уже это выше, около 2 метров. И помимо того, что провод имеет приличную длину, он не тонкий, но и не толстый. Где-то средний размер провода. Круто. Адаптер зарядной базы имеет мощность 24 Вт. Так, ну и о самой базе. Каждая составная часть данной базы упакована в целлофан. Все аккуратно, красиво. Сама база поддерживает до 2 устройств. В целом это будет 15 Вт. То есть по 7,5 ватт получает каждое зарядное устройство. Будь это либо продукция HyperX, то есть мышка Pulsefire Dart. Есть также беспроводные наушники. У HyperX это Flight S. Помимо этого, вы также можете зарядить спокойно здесь свой смартфон. И да, наушники HyperX Flight S, которые совсем недавно анонсировали, они также появятся у нас в магазине и также будем их обзорить. У данной базы есть 2 индикатора посередине. Они вас будут оповещать, какое из зарядных устройств у вас уже получило полноценную зарядку, а какое еще требует. И благодаря такой игровой базе вы можете позабыть о том, что ваши беспроводные устройства останутся без заряда. Окей, погнали дальше. Беспроводная мышка Pulsefire Dart. Внутри коробки имеет 2-ю оболочку, полностью выполненная из черного цвета. X100. Здесь сразу указана наклейка Ingenuity, что данная мышка уже поддерживает софт, на который вы можете спокойно настроить RGB-подсветку и не только. Очень интересно открывается мышка. Ой, реально, не сразу додумаешься, откуда вытаскивать вообще. Как это называлось? Nano Receiver. Вот, Nano. При поднятии верхней крышки мы получаем USB беспроводной приемник, а точнее нано-ресивер, который вставляется в любой порт USB вашего ПК, будь это 2.0 или выше. Дальше идет сама мышка, о ней мы поговорим чуть позже, и, само собой, документация, без нее никуда. Сама документация, вкладыши и тому подобное ничем не отличается от предыдущих, но в каждом продукте HyperX есть отдельная брошюрка,
который мы именно можем изучить и саму мышку, и как ее заряжать, и какие функции в ней вообще есть, в отличие от других версий. Так, это у нас USB-переходник, который имеет, в принципе, такой же провод, как у ChargePlay Base, по длине намного длиннее. Думаю, здесь даже больше 2 метров. Данная тема нужна вам будет для того, чтобы улучшить качество вашего приема мышки. То есть у многих, у кого комп спрятан глубоко под столом или что-либо другое, может вообще в другой комнате, всякое бывает. Вот. Данный приемник вам поможет улучшить ваш сигнал мышки. Вот и все. Вся простота этого провода. Ты готов? Да. Подожди, ты не снимал? Не, у меня все снимает, все нормально, я просто фокус сейчас. Давай, мне не надо во время обзора, не нервируюсь. HyperX Pulsefire Dart. Это беспроводная геймерская мышь с... HyperX Pulsefire Dart. Это беспроводная геймерская мышь с надежным подключением на частоте 2,4 ГГц. Которая вас заставит сожалеть о том, что вы в свое время так долго не могли отказаться от проводов. Также не забываем про адаптер, который расширяет сигнал вашей мышки, и вы просто, в принципе, можете забыть о том, что когда-либо сигнал во время вашей катки или чего-либо может пропасть. Данная мышка имеет маркировку QI, то есть, как говорят в народе, C, беспроводная зарядка, и спокойно может проработать без заряда до 50 часов. Сенсор данной мышки — это Pixar 3389 и переключатели Amron на 50 миллионов нажатий. Мышка может заряжаться как от прямого выхода Type-C, так и от беспроводной базы ChargePlay Base. Мышка оснащена колесиком, которое прокручивается и нажимается, также кнопкой смены DPI, две боковые кнопки, которые мы часто юзаем в играх, и передние две. В принципе, конструкция стандартная. Также у нее есть прорезиненные боковые вкладки, которые притормаживают скольжение по мышке. И тем самым, играя в какую-либо игру, либо просто исполняя серфинг в интернете, мышка очень даже неплохо фиксируется в руке. И хват у мышки полноценный. Но, в принципе, те, кто любит играть именно когтевым, то не совсем будет удобно. Здесь реально больше полноценный. Ну и напоследок, вы все прекрасно знаете программу Ingenuity, которая была разработана самой компанией HyperX, что, в принципе, и настраивает всю свою продукцию через нее, это макросы и тому подобное. Ну, в основном я лично настраиваю только RGB-подсветку, что меня и интересует. И данная мышка также фиксируется, точнее, зафиксирована в данном софте, и вы можете спокойно настроить ее под себя. И да, если вы всю эту подсветку и всю эту красоту на мышке уберете, то мышка прослужит не 50, а 90 часов. Мышь поддерживает 16 тысяч DPI, весит 110 грамм сама и 150 вместе с кабелем. Лично я даже не ощущаю этой граммовки. Мышь очень даже легкая, но при том-то, когда она еще будет на столе, и вы будете просто на все ее управлять и скользить, веса это вообще в принципе незаметно. Но если говорить о подсветке и настройке ее через программу Ingenuity, то у мышки один минус. У нее не 3 профиля, как у многих других мышек, а всего лишь один. Частота опроса 1000 Гц. Длина мышки 124,8 мм. Высота 43,6 и ширина 73,9. В целом, это все, что мы можем вам рассказать про мышку и базу. База реально выполнена очень круто. Она не совсем увесистая, в принципе, легкая. Можно спокойно поставить, можно ее поднять. Весит реально мало. Выполнена очень грамотно. И у обоих этих продуктов выход Type-C, что очень как раз таки радует. Потому что есть такие продукты, есть такие производители, которые не могут еще закончить с этими стандартами и оставляют обычный USB разъем. Мышка в руке сидит просто шикарно. Если водить ее просто по столу, и у вас будут просто резкие сдвиги руки, в принципе, мышь с руки не слетает. И вот эти вот резиновые боковые закладки, они очень реально спасают. Люфтов, в принципе, никаких не ощутимо. Ничего такого подозрительного я не слышу. Сборка очень даже топовая. На самом деле, док-станция реально крутая. Сегодня ее не хватало. Тем более, это геймерский внешний вид. Это игровое решение, когда ты теперь сможешь спокойно зарядить свою мышку
случае разряда, но помимо этого и свой смартфон. Мое первое впечатление от данных продуктов реально просто вау, потому что немногие переходят на беспроводные устройства, да и мы сами знаем, какое это дело, когда ты переходишь с проводного на беспроводное, то мы получаем какие-то опоздания, какие-то срывы, и связь вашего устройства с компьютером бывает постоянно теряется. Но здесь уже игровое решение, здесь уже другие стандарты, не как в обычных беспроводных мышках. Плюс ко всему этому есть удобство заряда вашего беспроводного устройства, поэтому данный комплект реально годный, и каждому просто-навсего нужно его приобретать. На данном месте, конечно же, не хватает наушников Flight S, которые также имеют стандарт QI, их также можно спокойно заряжать на данной базе, но о них мы поговорим немного позже. И обязательно пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть на них обзор. Ну, а мы все это дело, само собой, должны поюзать, узнать, каково оно вообще пользуется беспроводной мышкой от HyperX, потому что я всю жизнь, в принципе, пользовался только проводными, у меня были и Surge, и Allo FPS, и FPS Pro, но тут такое решение, и, естественно, нужно время, чтобы понять, достойна ли эта мышка вообще в играх, и хорошо ли она себя будет там вести. Плюс ко всему, посмотрим, как все это заряжается на беспроводной базе, и после всего этого, естественно, я отпишусь в комментариях под этим видео, каково все это дело в реальном использовании и стоит ли это реально покупать. Но первое впечатление приятно. Надеюсь, оно не испортится. Что по поводу конкурса? Хочешь выиграть беспроводную базу и мышку? Тогда выполни пару легких действий. Первое. Подписаться на YouTube-канал, прожать колокольчик и оставить любой комментарий. И второе. В Инстаграме под этим видео отметить 3 друзей. А с вами был Dagger и проект... Dagger Gaming. А вам всем я могу только сказать спасибо за просмотр. С вами был Dagger и магазин APGUS. Вот такой вот вышел обзор. Их будет достаточно много. Так что подпишись, прожми колокольчик, следи за каналом, оставь комментарий под этим выпуском. Пообщаемся. Всем пока-пока.